Добрый день. Добрый день. Скажите, как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр, очень приятно. Мы знаем, что вы заказали кухню и установили на заднем фоне, мы ее видим, в фирме Дриада, и хотим от вас получить обратную связь. Как вы проходили этапы, как вы взаимодействовали с фирмой, как проходил процесс установки, что вам понравилось и, главное, не понравилось, как обратную связь для людей. Скажите, пожалуйста, вот, ну, по порядку. Значит, начнем издалека. Квартиру я приобрел в 2015 году. Тогда у нас в стране разразился очередной кризис. Денег резко стало мало. Изначально собирался брать иностранную кухню, когда евро еще был в районе 40. Рассматривал варианты итальянскую кухню или немецкую. Скавалини, Ляйхт и Хекер. Вот. Ну, когда евро подскочил в 2,5 раза, я понял, что я здесь в принципе не смогу вытянуть такую кухню. И я подумал, что может быть за 20 с лишним лет и у нас что-то научились делать. Я сразу отмел варианты так называемых гаражных мастеров, потому что я считаю, что гаражные мастера – это такое дело, что сегодня у него хорошо получилось, а завтра рука дрогнула и что-то как-то там не так у него вышло. То есть достаточно сильно пляшет качество. Поэтому я выбрал варианты только фабричного производства, то есть большой цех, завод и желательно большой объем производства, чтобы качество у них уже было на каком-то уровне. Стал рассматривать варианты и выбрал для теста Дриаду. Пришел в салон, посмотрел, что у них представлено. Ну, еще повезло, что салон находился непосредственно рядом с моим местом жительства. Сразу попал на хорошего менеджера. При этом у меня был уже опыт общения с другими менеджерами, которые представляют более дорогие кухни иностранные. И, соответственно, я знаю, что такое, когда с тобой вежливо общаются. И знаю, что такое, когда вежливо общаются, но не очень понимаю, чем мы тут вообще хотим сделать. Вот, здесь менеджер, он же дизайнер, был достаточно подкован, предложил много разных интересных вещей, смог мне предложить то, что мне не смогли предложить в других местах по начинке кухни. Это уже такой вид, который сам завод не производит, а который берется от других поставщиков. И здесь очень широкий рынок, и можно любые свои хотелки реализовать. Вопрос лишь в том, чтобы менеджер знал, что такие аксессуары существуют, и смог их найти. Вот, менеджер это смог найти, и тем самым мне сразу подкупил. Ну, а дальше я посмотрел, из чего они делают, из каких материалов, какую фурнитуру используют. Я увидел, что они используют фурнитуру Блюм. Блюм фурнитура – это отличная, законодатель мод. Увидел, что они могут тебе сделать из МДФ со шпоном, могут тебе сделать МДФ покрашенной эмалью, могут тебе сделать и столешницу из акрила. Ну, то есть ты можешь сделать себе полностью кухню из тех же материалов, из той же фурнитуры, что делают итальянцы и немцы. А по качеству вещи можно как раз? По качеству вещи, да. Я же говорю, что важно понимать первое, из чего сделано, какие используются материалы. Ключевое в кухне – это фурнитура и каркас. Каркас здесь ДСП, фасады МДФ, покрыты шпоном натурального дуба. То есть это уже означает, что все будет хорошо у тебя. И покрашены, как видно, глянцевой эмалью. То есть это тоже уже будет все замечательно. Это никакая не пленка, там никакой не пластик. То есть это премиально хорошего уровня материала. А дизайн и внешний вид, по большому счету, определяет заказчик. А на процессе сборки вы присутствовали? Да, обязательно на процессе сборки я присутствовал. Да. То есть это еще, кстати, один важный очень момент. Если вы, например, обращаетесь к производителю, ну, дилеру иностранной кухни, вы должны помнить, что да, вам все
произведут в Италии или в Германии, но собирать вам будут наши местные отечественные спецы. А здесь очень большой вопрос, какая у них зарплата, хорошее у них сегодня было настроение, хороший ли у них изначально инструмент, с чем они к вам придут, будет ли у них банально промышленный пылесос, будет ли у них там все сопутствующие необходимые инструменты, потому что и немецкую кухню, где каждый миллиметр все будет отмерено, можно собрать криво, косо и просто запороть. Я видел в деле мастеров, до того, как я заказал здесь кухню фирмы Дриады, я знаю этих ребят, и поэтому я не сомневался, что они соберут все как надо. Скажите общее впечатление. Вы довольны? Да, да, кухней я доволен. Ну, я в первую очередь доволен ценой, потому что, повторюсь, такого же уровня выполненная кухня не на отечественном производстве, мне бы вышло бы в 3 раза дороже. Исходя из того, что изначально эта кухня не дешевая, то есть сразу надо говориться, что хорошая вещь дешевая не может быть, даже если она отечественная. То есть вы должны понимать, что кухня, на которой используется фурнитура Блюм, а не китайская, турецкая, даже не металл какой-нибудь порошковый, там сулинин или что-нибудь, что у вас там треснет, поломается, это уже ценник в евро, то есть это уже повышается цена. Если у вас нормальные фасады со шпоном, это уже дорого будет. И здесь уже не важно, будете ли вы брать итальянскую, немецкую или отечественную, это уже будет недешево. Но в данном случае в одном случае вы будете платить за бренд и за наценку общую в евро, а в случае с Дриадой вы за бренд так много не заплатите. И все-таки здесь какая-то составляющая еще идет в рублях. И поэтому у вас тут цена будет более приемлемой. Но вы больше сейчас как рекомендацию рассказали. Хотелось бы услышать ваши внутренние чувства, эмоции, накопившиеся. Вот вопрос, вы довольны? Я хотел бы повторить. Ну, конечно, я доволен. Ну, как можно быть недовольным, если у тебя хорошая вещь в 3 раза дешевле, чем приблизительные аналоги. Вам спасибо большое за отзыв, за обратную связь. И надеюсь, он будет кому-то полезен. Да, и вам спасибо, и Дриады желаю, чтобы качество, несмотря на что, не снижали, держали ту же планку, и я считаю, что это хорошая альтернатива, особенно сейчас, когда больше люди смотрят на стоимость, а не на то, кто это сделал. Ну, цена соответствует качеству? Да, более чем.